Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну вот, видите, у меня в руках напиток. Такой, видите, темный отвар. Как вы думаете, что это? Кто-то скажет, ну это дядюшка Мистик себе тут стакан, ну, можно и на портвейн, да, вот по виду, смотрите, стакан портвейна налил. Или стакан коньяка, но для коньяка он не очень прозрачный такой, немножко, чуть-чуть. Не, хотя так прозрачненький, но не слишком, коньяк все-таки больше, наверное. Аромат, ох, аромат, как вы думаете, да, дядюшка Мистик тут пьянствует? Не это, как его, в общем, поддает, да, поддает, как его попугай. Нет, драгоценные мои, это я вот готово заваренного чага, замечательная чага, которую мне прислали из Сибири, живая хорошая чага, вот она, так сказать, ну, часть ее в этом стакане. Действительно, великолепный, чудодейственный напиток, который... Ну, на самом деле, если вы не используете природную аптечку в лечебных целях, в профилактических, да, не пользуетесь, не употребляете почки березовые, да, там просто вот свежие, не сушеные, не употребляете вот эту чагу, березовый сок, то, что вот дает та земля, на которой вы живете, там еловые шишки, там смолу, травы целебные или съедобные, да, то вы, конечно, обедняете себя. То есть связи с природой нету, вы подключаетесь вот к этим эгрегорам фармацевтов, химии, и в конце концов, конечно, они приводят вас, очень быстро приводят в могилу, потому что, ну вот, чага, она, так сказать, от всего, от желудочных заболеваний, даже от онкологии. Вот сколько людей страдает от этого, а вот чтобы хотя бы профилактически, да, заварить себе чагу и попить ее, попить с удовольствием, прямо с наслаждением. Амброзия, нектар, божественный напиток, да, друзья мои, я мастер, вы помните о еще одном таинственном дубовом эликсире, ну, пока рецепт я вам не скажу, потому что тайна, им владею только я, ну, а чага, конечно, рецептов ее заваривания различным способом, там, с какими-то добавками, без добавок, там, с запариванием, с кипячением, с настойкой, ну, видите, у меня вот за день, насколько я вот ее уже, какая она концентрированная, сильная, прямо, ох, как хороший коньяк, выдержанный, наверное, где-нибудь в дубовых бочках 100 лет, нет, да, ну, не на 100 лет не тянет, но вполне может потянуть лет на 15 выдержки. А всего лишь, друзья мои, ну, как бы чуть больше суток. Вот так вот. Ускоренный рецепт, потому что у меня чага кончилась, а это сибирская. А сейчас, кстати, да, вот немножко подсохнет, надо за чагой в лес сходить вместе с вами. Попробуем найти и ее, так сказать, добыть. Потому что некоторые подозревают, что чага это... гриб-трутовик, хотя это не так, друзья мои. Его, кстати, тоже можно использовать, но он менее лечебный. Хорошо, драгоценные мои, так что природная аптека и в чем-то... Ну да. Так что здоровье наше и ваше. Чудо. Все, пока.